Математика, русский язык, окружающий мир и другие предметы. Младшеклассники из Лутугинского района теперь будут учиться по новым учебникам. В подшефный район Луганской Народной Республики из Ульяновска отправили 6 тонн груза. Рабочие тетради, учебные пособия. Это 18,5 тысяч учебников, что позволит обеспечить все первые, пятые классы Лутугинского района. И будут ребята учиться по обновленным в ГОС, и их программа будет соответствовать программе Российской Федерации. В Лутугинском районе функционирует 8 общеобразовательных организаций, где обучаются более 200 школьников. Для них это уже не первая помощь от Ульяновской области. На прошлой неделе мы отправляли 100 ноутбуков и 8 МФУ, что позволит укомплектовать образовательные организации Лутугинского района 8 полноценными компьютерными классами. К учебному году детям из многодетных семей уже привозили констовары, форму, спортивный инвентарь. А в ближайшее время из Ульяновска направят груз для средних профессиональных организаций. Напомним, помощь подшефной территории ведется в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и администрацией Лутугинского района. Анна Тищенко, Улправда ТВ.